друзья, всем огромный привет. В такой прекрасный морозный день приготовим мясные роллы в тандыре. Сегодня нам понадобится карбонат, вот такой вот у нас кусочек, весом чуть меньше 2 кг, бекон сырокопченый. И специи будем использовать: немного соли, сладкая паприка, сушеный чеснок, молотый черный перец. Начнем. Уберем лишний жир и пленки. Вот тут вот, видите? Погнали! Теперь добавим специи. Специи перемешаем и будем втирать в мясо. Равномерно посыпаем на весь наш пласт. Хорошенько втираем. И повторим то же самое с другой стороны. Теперь раскладывать полоски бекона на наш пласт. Так вот. Лишнее срежем, потом сюда добавим. Так вот, все в дело. Сюда чуть добавим. Теперь заворачиваем в рулет. Как красиво получается. Вот такой у нас рулетик получился. Но это еще не все. Теперь мы оборачиваем его беконом. И с внешней стороны укладываем бекон примерно на такое же расстояние, как рулет у нас. Эх, как же мерзнут руки. Но кушать-то хочется всегда. И при этом красиво и вкусно хочется. Вот так вот. И перекладываем. Так. Подцепляем немножко ножом, чтобы удобнее было заворачивать.
Вот так вот. Вот такой у нас получился рулет. Теперь рулет порежем порционно. Примерно два пальца я делаю. И у нас получается вот такой вот ролл. Красота. Смотрите, какие у нас получаются роллы. Бекон потом стянем шампуром, чтобы не скрутилось. Ну, здесь можно концовку, наверное, пополам, чтобы не мельчить. Вот так вот. Будем нанизывать на шампура. Сначала, наверное, вот эти края, чтобы вверху жара поменьше будет. Так вот. Хорошенькие такие роллы получаются. Мясистые. Крупные. Вот так вот. Ну и картофель я всегда добавляю для удержания. На всякий случай, чтобы не упало. Вот так вот у нас получился шампур-ролл. И проделаем то же самое с остальным. Вот так вот. Вот так вот, шампурик у нас. Роллы занесем пока в дом и будем разжигать тандыр. Что, ребят, тандыр у нас прогрелся примерно 250 градусов, пишет. Смотрите, стенки у нас побелели, а значит, можно готовить. Устанавливаем кольцо, закрываем поддувало, закладываем наши мясные роллы в тандыр. О, красота-то какая, а? Накрываем крышкой, пока на 15 минут, закрываем колпачком, ой, как ароматно, ребят. Ну что, ребят, прошло у нас 15 минут, открываем крышку и достаем. Смотрите, какая у нас вкусняшка получилась. Может было на пару минут раньше. Видите, бекон немножко подзапекся. Ребят, какая красота. Правда, опять с временем не угадал. Уже потемнело. Оп. Это ароматно. И сочно выглядит. Ну что, ребят, пришло время пробовать нашу вкусняшку. Картошка, понятное дело, не до конца приготовилась. А вот наши роллы. Сочный, смотрите.
Видите? Теперь пробуем. Ребят, это реальная бомба. Очень вкусно, ароматно. Специи прям вот не переборщил, прям идеально. Я очень доволен. Рекомендую повторить то же самое. Но если нет тандыра, попробуйте также приготовить в духовке. Если понравилось наше видео, ставим лайк. Не забываем подписываться на наш канал. Всем спасибо, что смотрите наше видео, наш канал. До новых встреч. Всем пока. Это, конечно, бомба.